Oh!
Thank you.
Yes.
тяжело, потому что как бы у меня очень маленький опыт боев с руками в голову. Поэтому, в принципе, было тяжело. А так, ну, я довольна то, что как бы было. У меня есть какие-то наработки в Кёкушине, и они мне здесь сейчас помогли. Просто неудобно очень, потому что это как бы не мое, я очень мало еще работала в этих правилах. Thank you.
Thank you.
Thank you.
То, что на шутку получалось, что-то нет, ну, это, наверное, как и всегда, потому что нельзя, ну, как, вот ты работаешь, и все идеально не может быть. Возраст – это опыт. Опыт, и если спортсмен продолжает тренироваться, физически он может где-то что-то не может сделать, но в голове и психологически он очень подготовлен.
All right.
Thank you.